Praise the Lord. Вся слава нашему Господу. All glory to our God. Я очень рад приветствовать каждого, кто сегодня с нами. I'm so happy to greet everyone joining us today. Я уверен, что вы не просто наблюдатели. I'm confident you're not just spectators. Вы участники этого служения. But you're participants of this service. И где бы вы ни находились. And no matter where you are. Но я так рад приветствовать Церковь Истины. But I'm so happy to greet the Church of Truth. В ваших домах. In your homes. И я уверен, and I'm confident что это особенное служение, that this оно для is a вас. Special service that's for you. И то, что мы слышали сейчас, эту информацию, and the information we just heard, пусть это не будет как информация, let this not just remain information, пусть это будет принято вами как действие, but let this be received by you as action, вашего решения, of your decision, потому что мы созидаем, because we build Божье Царство, God's kingdom, которое в силе, which is in power. Аллилуйя. Hallelujah. И я поделюсь сегодня Словом Божьим. I'm going to share the word of God with you today. Но прежде хотел призвать всех вас, есть у нас определенная нужда. But first I want to ask everyone to partake in мы this need. Мы прямо сейчас ее получили по онлайн. We just received this as a message online. Поэтому мы сразу и помолимся за And нее. So we'll pray for it right away. Сестра Оля Фебичук. Sister Olga Fabianchuk. Она сейчас оказалась в госпитале. She's in the hospital right now. И что-то у нее произошло серьезное. Something serious took place. И ее дети просят, чтобы церковь молилась. And her kids are asking for the church to pray. Давайте мы прямо сейчас объединимся. Can we join right now? Возможно, кто-то сейчас дома. Maybe somebody's home right и now. И у вас есть определенная немощь. And you have a specific need or weakness. И эта немощь вас ограничивает сегодня. And this weakness is limiting you today. Я знаю, что такое, когда через какую-то болезнь ты ограничен. I know what it means to be limited by a sickness. Но Иисус имел дело не только со грехами But нашими. Jesus dealt not just with our sins. Его слово говорит, что Он взял наши грехи телом своим на древе. His word says that by His body He took our sins upon that cross. Но Он точно так же and имел in the дело same и с way, болезнями. He dealt with our sicknesses. Написано, что немощи и болезни Он понес. It says that He took our sicknesses and iniquities. И его ранами мы исцелились. And by his stripes we are healed. У нас есть уверенность в том, что Иисус сделал. We're confident in what Jesus has done. И кто-то, может быть, проходит через какие-то трудные участки своей жизни. So maybe somebody's going through difficulties in their через life. Через болезни. Through sickness. Прямо сейчас. Right now. Когда мы будем подвязаться when we за Ольгу. Pray for Olga. Мы будем подвязаться также и we're за also вас. Gonna pray for you. Чтобы вы приняли. For you to receive и были исцелены. And be healed. Не ждите исцеления, что когда-то будет. Don't wait for the healing to come someday. Принимайте сегодня. Receive it right now. Сейчас. Right now. И если кто-то сегодня болен, and if anyone's sick today, Иисус не изменил. Jesus has not changed. И его раны сегодня в действии. And his wounds are active today. Для твоего здоровья. For your health. Принимай это. Receive it. И давайте мы объединимся в молитве. Let us unite in prayer. Отец небесный. Heavenly Father. Я прошу тебя. I ask you. В первую очередь. First of all. За эту нужду. For this need. За сестру Олю. For sister Olga. Мы не знаем, что произошло. We don't know exactly what took place. Но ты силен коснуться. But you are able to touch. Именно той сферы. That area. Которая нарушена в ее теле. That's injured in her body. Прикоснись силой своей. Touch her with your power. Исцели и восстанови. Heal her and restore her. Мы говорим всякой болезни отступить. We speak to every sickness to leave. Во имя Иисуса In the name of Jesus. Мы просим за всех тех, we ask for every single кто сегодня подвержен who is sick today атакам дьявольским, from the attacks of the которые devil. Находятся под натиском какой-то болезни. That are under the pressure of some kind of sickness. Святой Дух, прикоснись сейчас. Holy Spirit, touch them right now. Твоя сила пусть сойдет на них. Let your power come down over them. Там, где они находятся. There where they are. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Мы разрушаем действия дьявола. We destroy the works of the devil. И провозглашаем. And we proclaim. Победу Агнца. Victory of the Lamb. Нашего Господа Иисуса Христа. Our Lord Jesus Christ. В жизни этих людей. In the life of these people. Аминь. Amen. Принимайте и благодарите Господа. Receive it and be thankful to the Lord. Знаете, раньше мы думали. You know, we used to think что церковь, that the church это когда мы приходим в помещение, is when we gather in this building. Я знаю, что не все так думают. I know that not everyone thought но this некоторые way. Люди, они так рассуждают. But some were under that perspective. Что церковь, это связано со зданием. That the church deals with the building. Слава Богу за здание. Praise God for buildings. Где могут проходить разные мероприятия, where we can do different events, посвященные нашему Богу, dedicated to our Lord, и созиданию церкви Иисуса Христа. And to edification of the church of знаете, Jesus. Церковь это не здание. But you know, the church is not a building. И последний месяц он особенно это показал.
have showed this very specially to что us. Церковь — это не здание. That the church is not a building. Церковь — это люди. The church is people. И мы привыкли к определенному шаблону служения. And we're used to a certain form of service. Для некоторых людей. To some. Если нету музыкантов. If there are no musicians. Значит, нету Божьего присутствия. Then there's no presence of God. Если нету группы прославления. If there's no worship team. Как я могу общаться с Богом? How can I fellowship with God? Иисус не сказал. Jesus never что said. Что когда у вас будет сильное поклонение. That when you have strong worship. Когда будет хорошая музыка. When you have good musicians, когда будет полнота всех инструментов, when you have the fullness of all the instruments, тогда я приду туда. Then I'll be there. Он сказал, когда двое или трое, no, he said, when two or three будут собираться во имя мое, gather in my name, я буду посреди них. I'll be in the midst of them. Вы знаете, важно. It's important. Во имя чего мы собираемся? In whose name do we gather? Если мы во имя Иисуса, if we gather in the name не имеет of Jesus, значения. It doesn't matter. Полнота группы прославления. Whether the worship team's full, много музыкантов. Whether there are a lot of musicians. Кстати, сегодня очень хороший By the way, we had был worship. Incredible worship хорошо today. Сегодня we had поклонялись good worship Бога. Today. Но если мы будем ограничены в этом, but if we limit ourselves in that, мы должны понимать, we have to understand нас никто не может ограничить that no one can limit us в нашем Господе Иисусе Христе. In our Lord Jesus Christ. В Нем мы не имеем ограничений. We have no limits in Him. В Иисусе Христе полная свобода. In Jesus Christ is full freedom. Нас могут ограничить во времени. They could limit us in our time. Нас могут лишить здания. They could get rid of our building. Но они бессильны лишить Иисуса. But they can't get rid of Jesus. Который пришел в нашу жизнь. Who came into our life. Иисус наш Господь. Jesus is our Lord. И когда мы во имя Его. And when in His name we gather. Он будет всегда среди He's нас. He's always going to be in the midst Его of us. Его присутствие будет His среди нас. His presence is going to be Поэтому in the midst of us. Поэтому не унывайте. So don't be disappointed. Я еще раз хочу вас поощрить. I want to encourage you once again. Чтобы вы прозванивали друг друга. For you to call one another. Чтобы вы могли больше общаться. For you to fellowship even more. Если нету возможности собраться. If you can't gather, найдите в ваших контактах. Find in your contacts. Людей, с кем вы давно не общались. People who you have not talked to in a long time. Им. Give them a call. Узнайте о их нуждах. Find out what their needs Спросите, are. Спросите, через что они проходят. Talk to them about what they're going Какие through. Какие у них трудности. The difficulties they're facing. Просто поговорите. Just talk to them. Поделитесь своими переживаниями. Share your experiences. Выслушайте тех, у которых, может быть, что-то есть. Какое-то бремя. Listen to those who maybe are carrying a burden. Это поможет this в этом общении. This is going to help in this fellowship. Давайте налаживать эти общения. Let us build these relationships. И пусть Господь обильно-обильно благословит. And let God bless you abundantly. Вы знаете, Иоанн сказал you know, о Иисусе Христе. About Jesus Christ. Он сказал, что лопата в руках его. He said that the shovel is in his hand. И он очистит гумно. And he's going to clean the threshing floor. И соберет пшеницу, житницу. And he's going to gather the grain into the harvest. Когда Иисус сегодня, when Jesus today, он приступил к работе в церкви. Started the work in the church. Я рад за это время. I'm so happy for this time. Для нас это тоже определенный экзамен. For us, this is a specific test. Мы проходим через we него. We go through this test. И Господь потрясает. And God shakes certain Я верю, things. Это одно из хороших времен для церкви. I believe this is one of the best times for Потому the church. Потому что лишнее должно уйти. Because the excess has to leave. Гумно приготовляется. The harvest is getting ready. Место в житницах оно готовится. The storehouses are being prepared. Господь готовит свое зерно. The Lord is preparing His grain. Он приготовляет, потому что жатва приходит. He's preparing because the harvest is near. И он очищает. And He's cleansing. И слава Богу за это время. And praise God for this time. Потому что Его церковь. Because His church. Она славная церковь. Is a glorious church. Беспятная порока. It is without a blemish or spot. Мы его встретим. We will meet Him. И не будем в стыде. And we will not be ashamed. Но будем в дерзновении. But we will be bold. Уповая на Него. Hoping upon Him. Смотреть ему в лицо. Looking in His eye, потому что мы любим Иисуса. Because we love Jesus. Это время сегодня. This is the time today. Когда Господь он это совершает. When the Lord is doing this. И слава Богу за это время. Praise God for this time. Кто-то скажет, что будет дальше? Some will say, what's gonna, what do we expect Знаете, tomorrow? Мы еще не жили в завтрашнем дне. You know, we haven't lived tomorrow yet. Но Иисус. But Jesus. Который вчера и сегодня, who is yesterday and today, и он в завтрашнем дне, and tomorrow, и он вовеки тот and же, he is forever the same. Он уже в завтрашнем He's дне, already tomorrow, и он знает лучше, and что he для knows нас. Better than us. Поэтому, когда эти обстоятельства, so when circumstances все, gather around us, all we need это держаться его. Is to hold on to him. А там, где он, and there where he is, мы никогда не исчезнем. We will never be Иисус, demolished. О котором сказано, он сущий от начала. Jesus, who it says he's been from the beginning. All have been born from him. Они всегда вечные. They're always eternal. Слава Богу. Praise God. За церковь слава. For the church. Я хочу вас вдохновить. I want to encourage you. Чтобы вы не унывали. For you not to be disappointed. Я верю, что еще будут у нас хорошие времена. I believe that good times are still ahead. Бог, он
приостановит определенные вещи. God will slow certain things down для того, чтобы явилась Его слава. For His glory to be revealed. Когда тайна беззакония в действии, when the mystery of wickedness is in action, но не может открыться, but it can't be revealed, потому что есть удерживающий. Because there's the one that holds it back. Сегодня удерживающий. Today the one that holds it back. Это ты и я. Is you and I. Рожденные свыше. Born from above. Мы соль на этой we земле. We are the salt on this earth. И пока мы не покинем эту землю, and until we leave this earth, мы будем останавливать это разложение. We will stop this decay. Поэтому Бог, that's why God, перед тем как тьма закроет эту землю, before the darkness closes this earth. He's going to reveal His glory through His church, through you and I. He will reveal Himself. Большие мероприятия we're going to have huge events для Его славы, for His glory, для того, чтобы еще тысячи людей for thousands of people в эти дни during these days могли прийти в Его царство. To come into His kingdom. Мы увидим, как нации будут преклоняться, we're going to see how nations bow their knees, как люди, которые никогда how people who have never done it, не принимали Иисуса, have never received Jesus, они склонятся пред именем they will Иисуса. Bow before the name of Jesus. Это славные дни для this церкви. Is the glorious days for и the church. Мы верим в это. And we believe in this. Поэтому Бог приготовляет свой so народ. God's preparing His people. Somebody thinks that the people ruling the world they've thought of something or planned something. They're planning their own things. They're preparing the path for the Antichrist. But the church is preparing the path for the Lord Jesus. That's why we don't base our decisions off them. But we base our decisions off what God has given us. So the Lord is coming back soon. And these words must bring peace into our hearts. And while He's coming, we must bring the fruit for His glory. Every time when we bring fruit, the Heavenly Father is glorified. Would you open the scripture? 2 Corinthians chapter 4, verse 7. For it is the God who commanded light to shine out of the darkness. Sorry. Verse 7, but we have this treasure. All right, I'll read 6 and 7. Sorry about that. For it is the God who commanded light to shine out of the darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. And verse 7, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. Очень интересное слово сказал Павел здесь. Paul spoke a very interesting word here. Он говорит, что Бог повелел из тьмы. He says that God commanded light воссиять свету. To shine out of the darkness. Для чего? For what? Он говорит, чтобы просветить нас. He says, who has shown in our hearts познанием славы Божией. To give the light of the knowledge of the glory of God. В лице Иисуса Христа. In the face of Jesus Christ. Слава Божья. The glory of God. Она в лице Иисуса Христа. Is in the face of Jesus Christ. И 7 стих говорит. And verse 7 says. Где это находится? Where this is placed. Нигде-нибудь. It's not somewhere. Конечно, все небеса наполнены славой. Yes, all heavens are filled with His glory. Но есть слава где-то еще находится. There is a glory in another place. Он говорит, но сокровище. He said, but this treasure. После того, как он сказал. After he said. Чтобы мы были. For us to be. Просвещены этим познанием его славы. Shown in our hearts with this knowledge of his glory. В лице Иисуса. In the face of Jesus. И говорит, что это сокровище. And he said, this treasure. Мы носим в глиняном сосуде. We carry in these earthen vessels. Глиняный сосуд. Earthen vessels. Это мы. Is us. Это мы люди. We people. Глина. The earth. Там нету ценности. Clay has no value. Мы не можем сказать. We can't say. Глина имеет ценность. That clay has a lot of value. Глина это грязь. Clay is just dirt. Ее берут. You take it. Из нее делают форму. You create a form out of it. Какого-то сосуда. Of some kind of vessel. Обжигают в печи. They burn it in a kiln. И могут это использовать. And they can use it. Это используется для чего-то. This is used for something. Но не сам, не сама глина ценность. But the clay itself has no value. Но то, что в этой глине. But what is held in that vessel. И Павел говорит, что это слава. And Paul says that this glory. Которой мы просвещаемся. By which we're shown through our hearts. В лице Иисуса Христа. In the face of Jesus Christ. Это самое есть, это и есть само сокровище. This is the treasure itself. Которое мы носим. Which we carry. В глиняном сосуде. In our earthen vessel.
Иисус — это слава. Jesus is that glory. И мы просвещены этой славой. And we are shown through with that glory. Через это познание. Through this knowledge. Давайте мы обратим внимание. Let's notice something. Мы живем в особенное время. We live in a special time. Когда сегодня люди пытаются. When people are trying. Сделать ставку на человеке. To rely on a person. Что человек что-то значит. That this person means something. Бог оценил душу человека. God has valued the soul of a person. Независимо от национальности. Independent of their nationality. От цвета кожи. From the color of their skin. Независимо от нашего сословия. Independent of our heritage. Душа, она бесценна. The soul is priceless. Ради этого пришел Иисус. Jesus Christ came for that very purpose. Он поселился в нас. He lived in us. Когда мы уверовали в Него. When we believed in Him. Но мы являемся. But we are. Глиной. Earthen vessels. И здесь сказано. And it says here. Чтобы преизбыточная сила. That the excellence of the power. Была приписана Богу, а не нам. Maybe of God and not of us. Как хочется нам это сделать. How much we desire to do я this. Я что-то сделал. Oh, I've achieved something. Я чего-то достиг. Oh, I've succeeded in something. Знаете, сегодня время перестройки. You know, today is the time of Бог transformation. Настраивает церковь. God's changing His church. Знаете, сколько было великих людей. How many great people have которые passed. За счет имени Иисуса. Who, because of the name of Jesus. Они прославляли себя. They would glorify themselves. На больших евангелизациях. They would maybe on слава huge Богу за крусейд. Evangelisms. Praise слава God for Богу crusades. За тысячи измененных. Praise God for thousands of changed people. But when people build their own authority on this, Jesus is pushed off somewhere to the sidelines. Paul says we're just clay, but He is the treasure. He is that glory. We don't represent the glory. He is the glory. 12 глава мы прочитаем Евангелие от Иоанна. In John chapter 12, мы прочитаем несколько стихов из именно этой главы. We can read a few verses out of this chapter. Давайте начнем с 23 стиха. Let's read in verse 23. But Jesus answered, saying to them, "The hour has come that the Son of Man should be glorified. Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. He who loves his life will lose it. And he who hates his life in this world will keep it for eternal life." And then verse 33. This he said, signifying by what death he would die. И давайте из этой главы еще прочитаем два стиха. And let's read two more verses out of this chapter. Это 42 и 43 стих. Verse 42 and 43. Nevertheless, even among the rulers, many believed in him. But because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. For they loved the praise of men more than the praise of God. К Иисусу пришли и сказали, еллины тебя хотят видеть. People came to Jesus and said, "Hey, the Hellenists want to see you." Иисус сказал, что пришел час прославиться Сыну Человеческого. And Jesus said, "The time has come for the Son of Man to be glorified." Знаете, понятие славы. You know the understanding of glory. У людей и у Бога. For people and for God. Они отличаются. They're different. Оказывается, у людей. For people. Это иметь авторитет. Glory is to have authority. Иметь известность. To have fame. Иметь влияние. To have influence. И через это человек прославляется. And a person is praised through that. И когда Иисус въехал в Иерусалим. And when Jesus. Rode into Jerusalem on the donkey. Люди его прославляли. People praised him. Но еллины хотели видеть. But the Hellenists wanted to see him. Кто он? Who is he? Кто будет царем Израиля? Who will be the king of Israel? И вдруг он говорит, что наступил час прославиться. And suddenly he says that the hour has come to be glorified. Кто-то думал, что это час прославления, что он сядет на троне в Иерусалиме. Some thought that this glorifying hour would be him sitting on the throne in Jerusalem. Но он начал говорить о славе. But he started talking about a glory. Dealing with the seed. He said the seed must fall into the earth and там, must die there to bring forth much fruit. Говорит, in verse 33 he says this he said signifying by what death he would glorify God.
как он должен умереть. How he needed to die. Кто-то считал, что слава. Somebody considered that glory. Это сесть на трон в Иерусалиме. Is to sit on the throne in Jerusalem. А Иисус говорил о славе. But Jesus was talking about glory. Которая связана с отвержением. Which dealt with rejection. Когда его будут унижать. Where he'd be put down. Это когда его изобьют. Where he'd be beaten. Когда его приведут на Голгофу. Where he'd be brought to Golgotha. Когда его распнут как разбойника. Where he'd be crucified like a criminal. Когда он умрет на этом кресте, where he would die on the cross, это была позорная смерть. This was a humiliating death. Людей обнажали. People were stripped naked. И их сильно бичевали. They would be whipped. Они все истекали кровью. They would be bleeding all over the place. Иисус прошел все эти страдания. And Jesus went through all that torment. Иисус, о какой славе? Jesus, what glory are you Ты talking сказал about? О том, что наступил час прославления. You're saying that the hour of glory has come. Вы знаете, слава, о которой думают люди, you see, the glory that people consider, она отличается от славы, it differs которую имеет Бог. From the glory that God has. И здесь Иисус, он подчеркнул, and here Jesus emphasizes, что моя слава, that my glory, это умереть, is to die. Это принести себя в жертву. It is to bring myself as a sacrifice. Он говорил о семени. He talked about a seed. Он говорит, что когда оно умрет, he said, when the seed dies, оно принесет много плода. It will bring much fruit. 15 глава от Иоанна мы читаем. In John chapter 15 we read. Он говорит, тем прославится Отец. He says, by this the Father will be glorified. Если мы принесем много плода. If we bring forth much fruit. Однажды Иисус сказал. Once Jesus мы said, читаем в 7 главе от Матфея. We can read in Matthew chapter 7. Он говорит, что по плодам их узнаете. He said, by their fruits you will know them. И он снова говорил о плодах. And once again he spoke about fruits. Он говорит, что может ли? He said, can доброе дерево приносить плохие плоды? A good tree bring bad fruit? Или наоборот? Or vice versa? Он говорит, это невозможно. He says, it's impossible. Но доброе дерево but a good tree плоды. Brings good fruit. А худое дерево, and a bad tree плохое дерево, brings bad fruit. Плохие плоды. It brings bad fruit. И дальше он говорит, and further he says, немногие, кто будут говорить мне, few who say to me, Господи, Господи, Lord, Lord, они увидят Царство Божие. Will they see the kingdom of God? Но те, кто исполняют мою but волю, those who fulfill my will, исполнение воли, the fulfillment of the will, всегда прославляет Бога. Always glorifies God. Это плод. It's fruit. Это то, что приносит плод. It's something that brings forth fruit. Все, что прославляет человека. Everything that glorifies man. Здесь нету плода. There's no fruit in it. И он говорит, что только те, and he says, only those кто исполняет волю, who fulfill my will, они увидят славу. Will they see the glory. Это плод. That's the fruit. Это добрый плод. That's the good fruit. И он говорит, что многие придут. He says, many will come. И скажут, не твоим ли имени? And they'll say, wasn't it by your name? Мы пророчествовали. That we prophesied. Мы бесов изгоняли. That we cast out demons. И многие чудеса творили. And created many miracles. И Иисус не скажет. And Jesus will not say. Нет, это не моим именем. No, that wasn't by my name. Да, они это творили. Yes, they genuinely did that. Они это совершали. They accomplished that. Но он скажет им. But he will say. Отойдите от меня. Get away from me. Я никогда не знал вас. For I never knew you. И указывает на их плод. And he points to their fruit. Какой был плод в их жизни? What was the fruit in their life? Когда они творили чудеса? When they created the miracles? Когда они пророчествовали? When they prophesied? Когда они бесов изгоняли? When they cast out demons? Он говорит, любящие и делающие беззаконие. Those who love and do вот injustice. That was their fruit. Знаете, слово его, you know, his word, которое мы принимаем, that we receive, оно как зерно. It's like a seed. И мы должны принять. And we have to receive и оно должно раствориться. And it has to dissolve itself. И оно тогда должно приносить and then этот результат. It needs to bring about that result. Мы читаем послание Петра. We read in 2 Peter. Второе послание Петра, первая глава. 2 Peter, chapter 1. Где говорится такое слово. Where there's a word written. Мы будем читать это с пятого стиха. From verse 5 through 8. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue. To virtue, knowledge. To knowledge, self-control. To self-control, perseverance. To perseverance, godliness. To godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Петр говорит, что мы должны приложить усилия. Peter says that we have to give all diligence. Когда мы приняли его слово. When we receive his fruit. Это зерно. The seed.
Оно пришло в виде зерна. It came in the form of Но a seed. Но там что-то заложено. But something is enclosed in it. В этом зерне что-то есть. In the seed there's something. И когда мы прилагаем усилия, and when we give diligence, чтобы это зерно развивалось, for the seed to grow in us. Восьмой стих говорит. Verse 8 tells us. Когда мы это имеем, for if these things are yours and abound, это начинает умножаться, and if it abounds in your life, то мы не останемся без успеха и плода. We will not be barren or unfruitful. Плод. Fruit. Успех и плод. Success and fruit. Иисус. Jesus. Никогда. Has never. Не узнает людей. Learned his people. По проявлениям даров. Based on the giftings. Он ищет плода. He looks for the fruit. Он подошел к смоковнице. He comes up to the fig tree. Посмотрел на нее. He looks at it. Не было плода. There was no fruit. И он проклял ее. And he cursed it. Он ищет этот плод. Jesus seeks the fruit. Поэтому он скажет тем людям, которые people, ориентировались не на плод, who didn't look at the fruit, а ориентировались просто на дары. But they looked at the giftings. Вы знаете, что такое плод? You see, what is fruit? Плод. Fruit. Когда мы принимаем это зерно, when we receive the seed, Божьего семени, the God's seed, мы принимаем Иисуса, we receive Jesus, в виде этого слова, in the form of this word, и когда мы его принимаем, and when we receive him, и прилагаем усилия, and we give all diligence, чтобы эта слава, for this glory, сокровище, this treasure, через познание through Иисуса, the knowledge of Jesus, открывалось в нас, for it would be revealed in me. Люди перестают замечать нас, people stop noticing me, они видят Иисуса, they see Jesus, и Иисус, когда видит плод, Jesus sees fruit. He doesn't see us. He recognizes himself in us. When the fruit grows, when the seed grows, and it becomes a fruit, we reflect Jesus. Not our actions. We're not bragging with ourselves, with our achievements, glorifying Jesus only. By this, the Father will be glorified. If you bring forth much fruit, fruit is the reflection of Jesus. It's what's formed inside of us. And you will not remain barren and unfruitful in the knowledge of Jesus Christ. In other words, He will be revealed in us. People will see not our denomination, not what we've achieved, but they're going to see Jesus and what He's accomplished through your life, through the church where you're at, to see Jesus. How important it is to see this. You know, people who were famous in the midst of Israel, they believed in Jesus. Но из-за того, but because что они имели человеческую славу, they had the human glory, имели популярность, they had popularity, им было стыдно открыто исповедовать, they were ashamed to openly confess они that they believe in Jesus. Что они лишатся этой славы. They understood that the second they do that, they will lose this praise. Их изгонят из синагоги. They will be pushed out of the synagogue. И они скрывали это. And they hid that. Иисус подчеркнул, Jesus emphasized что эти люди, that these people, они более возлюбили славу человеческую, they loved the praise of men more, нежели славу Божью, than the praise of God. Слава Божья. The praise of God. Ты можешь быть в презрении. You can be rejected. Ты можешь быть в уничижении. You can be put down. Ты можешь быть в изгнании. You can be cast out. Ты Тебя могут ни во что ставить в этом мире. You can be completely disregarded. Над тобой будут смеяться. People will mock you. Но если ты принял Божье семя, but if you received God's seed, семя Его, the seed, это зерно, which is a grain, которое не может быть другим, that cannot be anything else, как только Иисус, other than Jesus Christ. И когда оно становится живым, and when it becomes alive, это сокровище. This is a treasure. Как важно увидеть, how important it is to see в этом зерне сокровище, the treasure in that grain. Почему оно в глине? Why is it in the earthen vessel? In the soil. Это единственное место. It's the only place где слава where the glory не может быть приписана людям. Cannot be accounted to the people. Но только Богу. But only to God. Потому что глина ничего не стоит. Because clay has no value Поэтому in itself. Падшее зерно в землю. That's why the seed that falls into the earth. Оно начинает приносить плод. It starts to bring fruit. Потому что глина не хвалится. Because the clay doesn't brag. Что она достигла. That it's accomplished something. Глина просто носит. The clay just carries. Чтобы это семя. For that seed. Это сокровище.
that treasure to be revealed, and the Father to be glorified. We live in a time when His name has to be exalted. We will see how the names of authorities will start to diminish, but the name of Jesus will be exalted. We're not going to look for specific anointed people to hear the word of God. God will be revealed through earthen vessels who have no value, but the treasure will be revealed in them. This can be children, this can be teens, this can be young people, it can be middle-aged people, it can be older people. It doesn't matter. God needs the clay vessel for people to focus their attention not upon the clay, but upon the treasure within. The time is coming. I believe that we've come into this time because the shovel's in His hand and He is preparing the work because the harvest is drawing near, and He's going to gather this precious grain which will glorify His name into His storehouse. I believe that this is a special time when the choice will be to be praised before men or to praise the Lord. We need to make a decision to praise the Lord, to be His witness, to be people who will reflect Him. In the midst of the blight and darkness, the light will shine. It's not me shining, but the treasure within me. It's going to enlighten everything. People will run not to me, not to my teaching, not to my beautiful words, but they will run to Jesus, who is the treasure within me. And all I need for that is for this clay, to call it clay and not to give it any glory, but the treasure to be exalted, for this fruit to be visible, for the name of the Lord to be glorified, for all systems of the world to be put down, all the structures that the devil built, but for the name of Jesus to be glorified. I want to emphasize that today we live in a time where there's a huge withstanding. Somebody thinks that this is just a general position due to the coronavirus issue over all the people. This is an upstanding against the saints. Everything in this world that revolves around the fact that the devil knows that he has very little time left. Today we're concentrating not on the battle against Masons, but to prepare the path for the Lord. He is our King. That's why we must be these vessels, for this glory to be revealed and to be given not to us, but to God, for Him to be glorified. That's why during this time, when everything in this world has risen up, the devil knows that there's a power in the fellowship of saints, because scriptures tell us, the word of God talks to us about this, that when you gather, there is, you have something, you have a psalm, you have edification, you have revelation, you have prophecy. And when we share these things, we enrich one another by Jesus. There's power in that, and the devil's afraid of that. That's why he needs to separate us. The word of God tells us that when you gather, and when you're in unity, and you start to pray, no matter what you pray about, He's going to give it to you. There's power in that.
к евреям мы читаем, in Hebrews we read, где сказано, не оставляйте собрание. Where it says, do not leave the gathering of the saints. Дьявол знает об этом. The devil knows about this. Когда мы собираемся, he knows that when we gather, в этом есть сила. There's power in that. Поэтому сегодня, that's why today, есть противостояние, there is a withstanding, чтобы мы не собирались, for us not to gather. Но вы знаете, but you know, никакие вот эти атаки, none of these attacks, не могут нас отлучить, can separate от любви Иисуса Христа, from the love of Jesus Christ. Не скорбь. No grief, no difficulty, no persecution, no death, nothing is capable to separate us. And if we have these relationships with Him, we're going to have a relationship with one another. We're going to look for ways to have this fellowship, to have this relationship. I want to call you to prayer. Today I wanted to share this with you. The fact that the treasure that we have, это сокровище в глиняном сосуде. This treasure is hidden in earthen vessels. И сегодня слава. And the glory не людям, is not to men, not to a denomination, но нашему Господу, but to our Lord Jesus Christ. Приписываемая слава. The given glory только ему. Only to Him. Я попрошу, чтобы группа могла пройти. I'm going to ask the worship team to come out. Мы будем молиться. We're going to pray. Я вспомнил один пример. I remembered an example. Я помню. I remember. Однажды мы посетили. We once visited. Одного известного человека. A famous person. Я не хочу называть его имя. I don't want to mention his name. Чтобы вы неправильно что-то поняли. For you to misunderstand something. Мы были в его библиотеке. We were in his library. Это история его жизни. This was the history of his life. Его служение. His ministry. И его семьи. His family. Это потрясающее место. This is an incredible place. Этот человек встречался со многими президентами этой страны. This man met many of the presidents of this country. С великими людьми мира. Great people in this world. Он проводил многотысячные евангелизации. He made just huge crusades. Его знает весь мир. The whole world knows him. Его знают известные люди в этом мире. Famous people in this world know him. Знаете, прошла его жизнь. You know, his life passed. Осталась история. History remains. Где можно прийти и посмотреть. Where you can come and look. О его служении. Of his ministry. Как он начинал. How he started. Это действительно огромная жертва. This truly is a huge sacrifice. И я не хочу ни в коем случае как-то умолить это. And I don't want to diminish any of that. Он сделал свою работу на этой земле. He did his work on this earth. То, к чему был призван. What he was called to do. Но я обратил внимание на одну деталь. But I noticed one detail. Когда речь шла о его семье. When they were talking about his family. И кто-то, может быть, этого не заметил. And maybe somebody didn't notice this. Но мне это сильно коснулось. But this touched me. Когда я узнал. When I found out. Что в его семье. That in his family. Его дочери. His daughters. Они прошли через развод. They went through divorces. Его внуки. His grandchildren. Они не служат Богу. They're not serving the Lord. Что одна из его дочерей, that one of his daughters, которая до свадьбы, who, prior to marriage, когда она еще была несовершеннолетняя, when she wasn't an adult yet, она забеременела, she became pregnant, и папа был уже известный, and her dad was famous already. И мама ее посоветовала, and her mom advised her, мы не можем взять этого ребенка, we can't take this child. И они его оставили в роддоме. And they left the child in the отдали hospital. Отдали его в дом малютки. They gave him into a foster home. И неизвестна судьба этого человека. And we don't know what turned out with that child. Я когда услышал эту информацию, when I heard this information, я до этого никогда не слышал. I never heard this before. И как-то больно стало. And I started to hurt. Человек известный на весь мир. A man famous for the entire world. Но самая первая его внучка. But his very first granddaughter, роддоме, who's left in the maternity ward, of whom nobody knows anything, внуки, his grandkids, при жизни этого великого евангелиста, during the life of this great evangelist, они уже не служили Богу. They were already not serving the Lord. Вы знаете, я стал думать, что-то здесь не то. I started thinking, there's got to be something wrong here. Мой один из моих зятей это Евгений Калиниченко. One of my brother-in-laws is Evgeny Kalinchenko. Его дедушка. His grandpa. Который
которому было чуть больше 30 лет, who was a little over 30 at the time, началась Вторая мировая война. And the Second World War started. Его как христианина, as a Christian, арестовали. He was arrested, потому что он отказался брать оружие. Because he refused to pick up arms. И его посадили в тюрьму. He was put in prison. И в этой тюрьме, in that prison, он был казнен. He was killed. Когда немецкие войска, when the German они soldiers вошли через несколько дней в этот город, came into that city in a few они years, открыли тюрьму, they opened the prison, и разрешили родственникам похоронить своих родных, and they let the relatives bury their relatives. Его бабушка, она нашла своего мужа. Grandma found her husband. Ему было чуть больше 30 лет. He was a little over 30. Он был полностью седой. He was completely gray-haired. У него были вырваны ногти. His nails were ripped out. Снята кожа с тела. The skin was peeled off his body. Он умер в полной неизвестности. He died in complete lack of fame. Но его поколение, but his generation, по сегодняшний день, to this day, уже праправнуки, now his great-great-grandchildren are serving the Lord. Такая, как бы, бесславная смерть. Seemingly a death without any glory. Он не был известен в мире. He wasn't famous in this world. Он был казнен в этой тюрьме. He was killed in a prison in a basement. Но такое славное поколение. But such a glorious heritage. Поколение христиан. The continuation of Christians, которые по сегодняшний день, who up to this day, верные Богу, are faithful to the Lord. Плод очевиден. The fruit is visible. Как важно видеть этот плод. How important it is to see this fruit, who brings glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Давайте мы поднимемся. Can we rise? There where you are. Если у вас есть возможность. Would you stand if you have the opportunity? Please stand. Давайте мы объединимся сейчас в молитве. Let's join together in prayer. Иисус сказал. Jesus said. Кем прославится Отец? The Father will be glorified by this. Если вы принесете много плода. If you will bring forth much fruit. Сокровища мы носим. We carry a treasure. В глиняном сосуде. In an earthen vessel. Чтобы преизбыточная слава. That the glory. Была приписана не нам. The excellence of the glory would be given to God and not to us. All glory to Him. Вы знаете, люди стремятся прославить себя. People desire to glorify themselves. Они могут прикрываться именем Иисуса. They might try to hide under the name of Jesus. Мы их не судим. We're not judging them. Павел сказал, если кто и притворно проповедует. Paul says, even those who preach out of pretense. Даже причиняя мне страдания. Even trying to harm me. Но если через это слово. But if through that word. Кто-то придет к Иисусу. Somebody comes to Jesus. Я буду радоваться. I'm going to be celebrating. Но как важно. But how important it is. Чтобы нас узнал Иисус. That Jesus would recognize us. А он знает нас по плодам. And He will know us according to our fruit. Потому что этот плод. Because this fruit. Будет отражать Его характер. Will reflect His character. Его природу. His nature. И Его образ. And His image. Он прославит Бога. He will glorify God. Hallelujah. Hallelujah. Драгоценный Господь. Precious Lord. Мы воздаем Тебе славу. We give You all glory. Я благодарю Тебя. I thank You. За это чудесное время. For this wonderful time. Время, когда Ты очищаешь нас. The time when You cleanse us. Когда руки Твои держат лопату. When Your hands hold on to the shovel. И Ты приготовляешь житницу. And You prepare Your storehouse. Чтобы собрать урожай. To gather the harvest. Мы благодарим Тебя. We thank You. Что Твоя церковь. That Your church. Она славная церковь. Is a glorious church. Она без пятна и порока. It's without spot or blemish. Она ожидает Тебя. It expects You. Кто-то ждет других вещей. Somebody waits for other things. Но мы приготовляем путь. But we are preparing the path for You. Приди, наш Господь. Come, Lord. То, что Ты определил. What You've determined. На эти дни. For these days. Трудные дни. These difficult days. Тяжелое время. This is a difficult time. Но это славные дни для церкви. But it is a glorious time for the church. И мы благодарим Тебя. And we thank You. И воздаем Тебе славу. We exalt You. Мы благодарны. We thank You. За Твое прикосновение. For Your touch. За то, что Ты есть. For the fact that You are, for Your word, for Your seed that You've sown, we receive it for it to be in an earthen vessel, for this treasure to be revealed, for us to bring all diligence that our faith would be demonstrated, and it would demonstrate in our lives, our lifestyle, our relationship with You, and we will not remain barren or unfruitful in the knowledge of You.
We exalt your holy name. Мы прославляем тебя. We praise you. Hallelujah. Hallelujah. Возлюбленные. Beloved. Не сомневайтесь. Do not doubt. То, что Бог имеет для вас. What God has for you. Кто-то скажет. Someone will say. Время прошло. The time has passed. Жизнь прошла. Life has passed. Невозможно уже ничего не вернешь. And maybe you can't return anything. Не надо держаться за прошлое. You don't have to hold on to the past. Отпустите его. Let go of it. У Бога есть нечто лучшее сегодня для вас. God has something so much better for you today. Для этого времени. For this time. Чтобы употребить тебя. To use you. Ты скажешь, кто я такой? You can say, who am I? Я уже не в той силе. I'm no longer in the strength that I had. Господь говорит. God says. Это как раз то время. That's the very time. Когда слава не будет. When the glory will not be given to you, but the Lord will be glorified. Once God came to Moses, and he spoke to him through a thorn bush. Moses was 80 years old. And God says, your time has come. Return to Egypt and bring my people out of this slavery. And he said, Lord, 40 years ago, I had strength. I had the sword in my hand. I was able to fight. But now I'm nobody. I'm just a shepherd. And instead of the sword, I have a staff. Find somebody else. The Lord says, no. It's the very time. You're now ready. Because 40 years ago, you would think that you accomplished this. But now, you will know that it is I that did it by your hand. Hallelujah. By this, the Father will be glorified when we bring forth much fruit. He will recognize us in the fruit. He will recognize us because of that. Hallelujah. I'm so happy that He will know us because He will see Himself in us. We will reflect Him. That's the fruit that glorifies God. Hallelujah. So I bless you for you to be strengthened in the Lord, for you not to doubt that it is your time. It's the time of your calling to bring forth much fruit for God's glory in the name of Jesus. Amen.